Погодите, видос обратно. Во, все. Смотри, смотри, он вообще меня не пробивает просто. Вот мы деремся уже, я почти его убил, у меня сколько? 94% щита. Оставь, дай я хоть не упыльну. Нет, это будет соло-килл, ладно, да, блин. Ну смотри, пули... What the fuck, смотри, пишет в чат, смотри, what the fuck! Короче, если дрон его съедят, ты не успел, считай, Дим. Я пульки отключил. Не, не, ты не успел, Дим, сори. Ты прям вот прилетел, я даже пульки не пулял. Вот даже на видео посмотришь. What the fuck, написал. Блин. Просто у него он вообще охренел, ты прикинь. Он просто бьет меня, и вообще ни хрена не происходит. Всем привет! Сегодня, как обещал, сделал для вас видео с киллами на том хероне, которого вы видели в прошлом видео. Надеюсь, вы его посмотрели. Если не посмотрели, подсказка сверху вам в этом поможет. Значит, там у меня было 13500 щита ориентировочно. Крайне не рекомендую вам повторять это дома, да? Потому что, ну, во-первых, соло летать на таком хероне очень неприятно, да, потому что там не хватает сетки, ну, много чего не хватает. Плюс еще тратиться на импы точно не рекомендую, потому что это очень дорого и того не стоит в целом. То есть, ладно, для меня это того стоит. Я вот люблю вот так экспериментировать, да, развлекаться, но на самом деле это, конечно же, извращение, назовем это так. По факту там было 7 киллов, но сабру я даже не успел записать, она отлетела за 5 секунд, к нам прилетела сабра с полярками вообще без резистов, она просто упала и все, там даже ничего интересного. Значит, вот этот санезис, которого вы только что видели, еще будет встречаться нам по видео, он будет прилетать на гнозисе, и, значит, желаю вам приятного просмотра, влепите лайк и просто проникнитесь этой атмосферой, как вот мы летаем. Пропала, Геката пропала. Прикольно. Так, Геката на мне Геката. Лечу, летим, Стас. Да. Отварпай на конт. Да, схватила. Давай, отъезжай от нее как можешь. Сетку на нее кинь, отъезжай. Блять, быть долго, больно, лечу. О, нормально. Живи, 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 живи. Все, она без этого. Главное, сетку. Сука. Убила, что ли? Да. Как? Блядь. Давай, Стас, убиваем, мстим. Стас, сетка нужна, Стас. Сетка есть, вопрос. Стас, сетка, Стас. Да, есть сетка. Ну, мне больно. А, я понял тебя. Че, я в нее-то упираю? Не, больно, да, будет? А почему я не могу выйти к ней на орбиту? Блин, как жалко, конечно, Диму-то. Во, дрончики стасовские пошли. Блин, как мы не успели. Обидно. Буквально вот. Ну, мы ее добиваем спокойненько. Она сейчас в корпус. Да? Типа того. Да, похер на ее корпус. Я прям сейчас в нее вот так еду. Блин, ну жалко Диму, конечно, на самом деле. Че там, Дима, у тебя что-нибудь упало отдельное хотя бы? Я вот тут. А вот и Геката. Но зато это первая наша Геката. Блин, нам надо было все-таки даже... В следующем отрезке вы можете наблюдать, как прилетел чувак на Астерке. Это чувак, который смотрит стримы. Ну, такой постоянный, скажем так, зритель. Он много раз писал, что типа, давайте я прилечу на Астерке, завалю вас, соберу боевую злую Астерку и так далее. В Дискорде писал. В общем, мы решили поугарать. Я дал ему 3 минуты на то, чтобы он меня убил. Если он не убивает меня за 3 минуты, то мы убиваем его, короче, толпой.
ну, как толпой, нас было двое, вот, ну, и, соответственно, там, я специально бил дронов, значит, специально просто тянул время, потому что я мог просто упереться в него и убить, но такой, просто сделали веселье, ну, и, соответственно, как говорилось по легенде, да, розыгрыша, когда мы разыгрываем Астерку, мы намереваемся ее убить. Насколько я помню, он выигрывал как раз у нас в розыгрыше Астерку, пролетел. Ну, в общем-то, вот что из этого и получилось. Да, соответственно, мы его убили. Потом он, кстати, пролетел с нами летать на пробке. Наш флот еще больше расширился, так что стало еще прикольней. В следующем видео... Мы никого не убили, но был прикольный момент с тем, как я, в общем-то, ушел от Локи с Легионом. Херон там конты собирает, смотри на нее. Ты посмотри, он наглец какой. Может сейчас соберет, она пропадет. Верка, Верка, летай как хочешь, конечно, но не до такой степени. Возле нее уже? Да, а я отварпал, приварпал просто. По голове получает Верка. А тоже меня держит, смотри. Она, наверное, анцелярная, да. Ну, посмотрим, дружище, давай. Поиграем немного. Она уже падает. О, смотри, две анцелярки. Она поэтому и стояла, выпендривалась. Ой, Локи Легион! В 18 километрах, да? Локи. Легион, говорю. Сабра. О, бля, Локи о, меня... О, да, 200-200 летел к тебе. Он далеко, Локи? 19, да? Он меня держит. Ты ко мне подъедешь? Да, подъезжай. Да, желательно. Да блин, сколько у нее анцелярок там. Подожди, хотя стой. Он отварпал, прикинь. А я-то уже не отварпаю. Или вот отварпаю? Ну мне сейчас все, мне это, Габен. Все, завалишь? Подожди, 24. Кто? Легион! 25, как он меня держит-то? Быстро! Отвар! Ну давай, отварпай! Ну давай! Да, я отварпал. Кайф. Ну, а того херона, конечно, я не забрал. Блин, и Астерку мы не это, не... Или ты собрал с нее что-то? Нет. Сейчас, может, Астерку я тогда ловлю гнозиса. А ты можешь? Не, подожди, я подожди. Скрибок. Скрибка же нету. Скрибок есть? Да, есть. Ты уже там? Скрамблер, да. Я на тебя варпаю. Не надо, не надо. Надо, чтобы он на меня согрелся. А в трех ТК? Я понял. Он на датке, я в трех. Я понял. Стас, давай быстрее. Ты нужен как никогда. Ты прошел? Прошел. Так, одну взломал. Одну взломал? Хорошо. Коля, на тебя варпают? Нет, на этого. На Диму. Да, я так и знаю. Все, я варпаю сейчас на него. Вдруг что-то перепутал. Так, орбиту берем маленькую, на всякий случай. Неизвестно, на чем он. Если можете приблизить, приблизьте, посмотрите. Если кто умеет это делать. Так, слушай, ну я приблизил, но у него ракетки. Ракетки, да? Блин. Да. Ну тогда я просто в него в ноль въезжаю и похер мне на него. Он меня держит сеткой. Давайте, вы где? А ты где? О, лечу к тебе. Че, два дрона у него? Два дрона, херня. Можно даже не перебивать. У меня высушил сразу в нулину, просто высушил. Но не пробивает, вообще не пробивает. Варпай на нас, Виталик. От тебя нужен только урон. Он меня бьет, вообще не пробивает. Ребят, вам надо далеко держаться, наверное. Меня лочит. Тебя лочит, да?
Окей, сейчас буду откачивать, если что. Держись ко мне поближе, если что. Так, у нас же еще, да, кто-то выходит. Да-да-да, у нас Виталик. Я просто выделил на себе. Ага, угу. Тогда на... Так, бьет нашего Ханика. Да, это... Я два цикла сделал, уже считай, откачал. Помнишь меня? А это чувак, да, я вспомнил. Он вот так приварпал на гнозис, и мне пришлось, типа, это, отварпать. Прикиньте, какой трэш вообще. Он вообще не понимает, что происходит. Просто сейчас запинаем пацана вообще в легкую. Мы сейчас кайф литесу, если поймаем, мы его вообще загрызем. Вы смотрите, как он рассыпается просто. Так, Стаса, откачивай. А, нету, да? Не, да, мне... я живу, у меня 3500 считаешь. Да я тебя откачаю. Ну, давай. Такая миссия вообще. Вы просто прикиньте, как ему херово. Вот это я понимаю. Систерсы, смотри, это Астерка там что-то высканивает. Так, погрейте пушки. Надо добить до того момента, как кто-то прилетит. Так, Стас, я тебя это откачал. У меня больше нет откачки, Стас. Если да что, отъехай, малек. Блю. Вот он хуловый, походу, прям жестко. Смотрите, как жестко идет хул. Стас, отъехай чуть-чуть. Или нормально? Ребята, он отъезжает от меня. Ребята, сетки. О, все, хорош. Все. Фуф, у кого килл, скиньте. Че, у меня. А весом? Что значит авесом? Я случайно повесил. А, потрясающе. Гэй, бро. Я не смог все забрать. Там что, до хера лежало? Килосик, скиньте. В злого Херона или во флот? Во флоте. Ага, я злого Херона сразу продублирую. Вот и все, вот и Гнозис приехал. Прикинь, сейчас спартанец думает, что за херня, у меня на подскане только имикусы да Хероны, что за херня? Ну нормально, по ДПСу прям вообще внесли, прям 24к, 23500 мы ему. Там батарейка. Кто Локи? Я хочу... Да. Успел? Да. Ну все, считай, до свидульки. Хочешь соло ее убить? Оставить тебе ее? Меня оттапливает. Оттапливает? Ладно. Есть. Все, забрал? Хорошо. Все, я, ну, пробку точно соло. Че тут, зачем нам тут было это? Че он написал тогда? Чтобы я мог кого-нибудь убить, в следующий раз ты меня не забирай. Ты его не забирай, да? Ты говоришь? Да, сейчас я его напишу. Не могу. О, Санезис приварпал. А что, куда проходить? Атларимы. Ну, да. Кинь его. Сейчас, подожди. Кинь, пожалуйста, Виталь. Виталик, на меня прыгай. Бля, где этот лук мой? Я враг. А, Тлар просто понимаешь. Виталь, нужна сетка, очень нужна сетка. Ты где? Виталик! Виталик! Ты шутишь сейчас? Где ты? А, во, все. Сетка на Санезиса, и потом переходим к Гнозису. Ребят, нас тут, ну, мне больно. Ребят, вы где? Давайте быстрее, пожалуйста. Я лечу. Санезиса добираем срочно. Весь ДПС Санезиса. В Атларе, да?
Точно. Да. У меня половина щита осталась. Так, гнозис, выйти на орбиту 500. Держи санезиса и добивай. Я тебя откачаю. Больно, очень больно. Держи, сейчас ты накачаешь. Щита мало. Давай. Так, а кто? О, Стас прилетел. Фуф. Стас, выкачивай как можешь. Я не знаю, что делать. Дронов надо перебить, ребят. Дронов. Где кто? Кто где? Гнозис. Дальше будет бой с Гнозисом, который вернулся. Вы уже, наверное, заметили, да, этого чувака. В общем-то, вот он вернулся за нами уже в боевом фите. И, к сожалению, тут он перебивает почти весь флот, да, только я остаюсь живым. Но все равно это выглядит прикольно, я ускорю видео для того, чтобы вам не смотреть, как мы там пытаемся перепилить дронов, там все вот эти моменты, чтобы вы это все быстренько посмотрели, потому что бой был очень затяжным. Так что смотрим в ускоренном режиме. Никогда бы не подумал, что такое возможно. О, Астерка! Тут Астерка! Подожди, на меня Астерка согрелась. Прикиньте, Астерка согрелась. А ты где? Костя, а что это лучше взять? Херон, который на бластерах, или херон, который стандартный? Не знаю. Сейчас, подожди. У меня тут просто такой вопросик. На меня тут Астерочка согрелась, а дронов-то у меня мало. Сейчас, погоди. Повезу. Погоди секунду. Так.
Ну и если вы даже досмотрели до сюда, то вам наверняка интересно, как в итоге меня убили. Мы тут уже собрали флот из 7 человек, уже сидели, готовились. Сейчас, значит, у нас ребята из Ренса должны были прилететь, там перефичивались, одевались. И, в общем, мы хотели уже напасть на Тенгу всемиром, то есть там Стратиус, Астерка и нас вот три, сколько, четыре, да, Т1 сканировщика. Ну, в общем, все было красиво, мы уже такие собираемся. И тут произошло нечто, ну, в общем, как еще можно убить такого Херона? Я прям очень не люблю вот такие вещи, но от них никак не избежать в Еве, так что, в общем-то, вот так я умер. Или просперил, что-то такое. Блин, ну ты успеешь отварпать, не? Да не, я его завалю. Протеус? А, тут Астерка прилетела. Так, ты в какой системе? Покажи мне. Здесь же у тебя. Ханик, я лечу на тебя тогда. Астерка с кем еще? Ну и какой-то этот... Бузард, да, какой-нибудь, Гелиус, кто? Нет. Ой, Протеус? Слушай, тут много народу. Бля, сейчас там ты... Блё, погоди, Пилигрим?